Ведь кто еще не повзрослел, все еще скорости предел, а кто-то, принявший 100 грамм, в 100 раз опаснее юных дам. Иному нужен модный руль, чтоб чувствовать, что он не нуль, но силу подменив рублем, так и останется рулем. Здравствуйте. Извините, а вы это забыли значочек поставить с инвалидной? Вас выставите, чтоб это, а то проедут, 5000 выпишут. Да я здесь не ухожу никуда. Не, вы поставьте значочек. А у меня его нет. А вы являетесь инвалидом? Нет. Тогда зачем ставите нарушение? Места забиты. Куда мне ставить? Ну, можно дальше во двор. Да, вот здесь. Смотрите, вы же не инвалид, вы же можете пешком пройти. А представьте, сейчас инвалид приедет, а вы уйдете. Там во дворах полно. Видите, друзья, помогли человеку. Объяснили. И ведь он до этого же и не задумывался, что, оказывается, у него есть ноги, у него есть здоровье, что он может пройти лишние там 50 метров. Что, будучи инвалидом, он каждый метр будет ценить. Так что помогайте таким людям, ведь видите, не каждый об этом даже задумывается. По сути получается, да, человек оступился, что делает в обществе? Не замечают, не помогают, делает вид, что как бы его нет. И куда такой социум катится в итоге? Что будет? Есть человек слабый, почему бы ему не помочь? Почему бы ему не протянуть руку помощи, не сделать его сильнее? И вот сейчас человек перестал нарушать, задумался. В следующий раз он другому так человеку поможет.